Сегодня премьер Лаймдотестрау ему посетит Латгалию. Основное внимание будет уделено восточной границе. Премьер встретится с представителями самоуправления, обсудит с латгальскими учителями реформу зарплаты и побывает на государственной границе. Эта поездка должна была состояться еще 2 недели назад, однако в целях безопасности она была отменена. Дело в том, что на Латвию опустился сильнейший туман, и из-за плохой видимости поездку отложили на несколько недель.